Сергей поднимался по лестнице и дрожал от страха и бессилия. В боку покололо. Он, кажется, до сих пор кожей чувствовал холодную сталь ножа. Только что в подъезде его остановили двое. «Не отдашь бабло, перо в печень». Парни не шутили. Сергей знал, что этот момент настанет. Несколько тысяч долларов, занятых у местного барыги, он проиграл в игровые автоматы. Дома никого не было. Он быстро прошел в комнату родителей. Сергей знал, где мать хранит деньги и ювелирные украшения. Эти 20 тысяч его не спасут. Где коробка? В исступлении он выкидывал из шкафа вещи, когда услышал, как его окликнул отец. Обернулся и с криком «Убью!» бросился на своего опешившего родителя. Он уже не личность. Он выключается из общественной жизни. Семьи у него уже нет, работы у него нет, денег у него нет. Это происходит десоциализация личности. Поэтому он превращается в социально совершенно нефункционирующего человека. И мысль у него только о том, как бы достать денег, чтобы пойти поиграть. Вот смысл его жизни. Это то же самое, вот как наркоман ищет деньги, чтобы купить наркотики. Психиатры считают, что лишь 1.5% людей патологически зависимы от азартных игр. И тем не менее, специалисты признают эту одержимость серьезным заболеванием. Для таких людей существует даже специальный термин – лудоман, игрок-маньяк, у которого азарт вызывает желанный приток адреналина. Словом, казино обыватели называют все игорные заведения, даже однорукого бандита в затрапезном зале игровых автоматов. Здесь спускают до копейки пенсии и стипендии. Здесь совершаются самые циничные мошенничества и жестокие убийства. Еще до недавнего времени количество этих самых одноруких бандитов множилось в геометрической прогрессии. Игроки почему-то считают автоматы честнее крупье за игровым столом. Здесь обстановка намного демократичнее. Нет дресс-кода и фейс-контроля. Звон монет влечет сюда не только азартных людей, но и преступников. Налет на зал игровых автоматов в Питере случился в субботу. Раннее утро. Город еще спит. На улице собачники да редкие прохожие. В увеселительных заведениях, которые, как правило, работают круглосуточно, в это время технический перерыв. Сюда в 6 утра пришла уборщица. Зал закрыли для посетителей. Через час здесь была бойня. Убийца знал планировку помещений и поэтому действовал наверняка. Зал игровых автоматов представляет сами себя три смежных помещения. Значит, в двух стоят автоматы игровые, а третье используется как подсобное помещение для отдыха, так как он работает круглосуточно, для отдыха персонала. Значит, в этом помещении техническом, значит, стояли две раскладушки. На раскладушках было два трупа. Видно было, что люди застрелены во сне, сонные. Значит, и два трупа еще лежало в первом помещении, прямо практически при входе. 14-летняя Светлана, дочь той самой уборщицы, пришла в то утро помочь матери с уборкой. Светлана даже толком ничего не разобрала, когда преступник выстрелил в нее из пистолета. Эти кадры оперативной съемки не могут передать всего ужаса, который испытала чудом оставшаяся в живых девочка. Истекая кровью, она с трудом набрала знакомый номер. Через несколько минут бригада скорой помощи уже везла Светлану в реанимацию. Но она успела кое-что сообщить милиционерам. Все, что она успела рассказать о том, что зашел молодой человек в форме сотрудника милиции, сказал приветики, сказал сегодня день рождения у Паши, после чего зашел в туалет и началась стрельба после его выхода. Паша – это убитый охранник, тоже сотрудник милиции. Он подрабатывал здесь неофициально по ночам, а впустил убийцу механик-наладчик игровых автоматов, который не заметил ничего подозрительного. Застрелил тут же на глазах у девочки ее мать, выстрелом в затылок. После этого застрелил кассира, девушку. Охранник, ну вот тот механик, который ему открыл дверь, он в этот момент курил на улице. Увидев все это дело, он, значит, забегает в помещение, значит, человек стреляет ему в лицо. Тут же сразу разворачивается к девочке и стреляет в нее. Значит, пуля попадает в шею,
девочка падает. Этот ужас возвращался к ней вновь и вновь. Адская боль, шок, потеря сознания. Через несколько секунд Светлана очнулась. Мужчина в милицейской форме бросился в подсобное помещение. Оттуда раздались слабые хлопки. После этого преступник вернулся в зал и подошел к лежащей Светлане. Ему, видимо, показалось, что она шевельнулась. Потому что он подошел, значит, с ее слов, ударил ее ногой по ноге, видимо, проверить реакцию. Но она говорит, что я, говорит, притворилась, что я как будто умерла. Почему он ее не дострелил, даже если был, хотя не на 100% уверен, что она мертвая, я думаю, что у нее просто кончились патроны. Вот. После этого он, значит, зашел в помещение кассы, забрал оттуда всю выручку и спокойно точно так же вот скрылся. 318 тысяч рублей. Это все, что оказалось в кассе. У следствия была слабая зацепка. Изображение какого-то человека в форме, который входил в зал игровых автоматов. Получено оно было с камер наружного наблюдения. После кропотливой работы и проведения серии уникальных экспертиз убийцу все-таки вычислили. Им оказался Константин Оленчиков, сотрудник отдела ППС Центрального РОВД Санкт-Петербурга. Но изобличить его мог только единственный свидетель, чудом выжившая Светлана. И она его опознала. За убийство 4 человек и причинение тяжких телесных повреждений его приговорили к пожизненному заключению. Съемка скрытой камеры. Так выглядит подпольный цех по производству контрафактных игровых автоматов. Продукция под марками известных зарубежных фирм пользуется высоким спросом. Тем более, что цена такого терминала по сравнению с оригиналом более чем привлекательна. Среднеручная цена аппарата такого составляла где-то от 4,5 до 5200 условных единиц. Ну, соответственно, долларов США, не евро. Но разница более чем в 3 раза получили. Ну, не более, чем около 3 раз с оригинальным аппаратом. Если учесть, что оригинальный аппарат еще нужно дождаться, заказать и дождаться, то а тут как бы есть наличие. Продавалось оно в основном под видом высших употреблений оригинальных аппаратов. Китайские и тайваньские подделки потоком шли в Россию. По цене в несколько раз ниже, чем фирменные автоматы. Выгода баснословная. На низкое качество покупатели, в данном случае они же хозяева игровых салонов, внимания не обращали. Главное, что контрафактный терминал, в котором установлена ломаная программа, позволял им шельмовать игроков. Данный блок содержит программный продукт, внешне идентичный программным продуктам, содержащимся вот на данном экземпляре платы. Но, учитывая различия в аппаратной составляющей, то есть это видно даже внешне, поручиться за корректность выполнения программ на данном блоке нельзя. Продукция под маркой мировых брендов расходилась по всей России. Только один подпольный цех по изготовлению игровых автоматов выпускал в месяц до 2500 аппаратов. Оперативникам удалось прикрыть 6 таких мини-заводов. Их география весьма обширна. Москва и Подмосковье, Тула, Казань. Сколько таких производств работало на подпольную игровую индустрию, даже страшно предположить. В некоторых осуществлялась только сборка. На двух предприятиях осуществлялось изготовление даже, начиная от резки железа, гнутие корпусов, полностью весь процесс покраски и выпуска уже готового изделия. В установке платы, выпуске готового изделия. В мини-цехах как бы осуществлялась только сборка. То есть для этого нужно специальное оборудование, как бы. Не все могут себе позволить его. Там осуществлялась сборка, покупались голые кабинеты, так называемые корпуса, вот эти, и там собирались. Владелец обязан поставить у себя в игровом зале не менее 50 игровых автоматов. Понятно, чтобы не переплачивать, многие предприниматели охотно идут на покупку более дешевых контрафактных аппаратов. Клиент никогда не догадается, что его обвели вокруг пальца. Неискушенному игроку не распознать в таком аппарате подделку. Вот поэтому многие игровые залы как бы стали закупать такое оборудование.
И выставляйте его в своих залах, вводя пользователя в заблуждение, что пользователь приходит и думает, он играет на хорошем импортном оборудовании, на самом деле он играет на оборудовании, которое сделано в Московской области, в Казани, в Питере, в Калужской области. То есть, как бы, думая, что играет на хорошем, и думая, что и он может на этом что-то заработать, реально он, конечно, там мало что мог заработать. Знакомая картина. Так на последние гроши ловят птицу удачи. Но ведь уличный автомат намеренно закладывается низкий процент выигрыша. У него вы не выиграете никогда. Кроме того, за тем, чтобы везунчик не унес сорванный куш, зорко следят многочисленные зеваки. Случись невозможное, и на вас пролился дождь пятирублевок, далеко вы не уйдете. Вам вывернут карманы в соседней подворотне. Оригинальная программа проходит, разрабатывается, во-первых, производителем, вкладываются в нее деньги, она как бы и работает соответствующе. То есть она действительно как бы дает игроку шанс заработать денег. Поддельные игровые программы этого шанса, конечно, не дают. И, то есть ее можно как сделать жадную, так называемый, ну, термин «жадная программа». Да, она будет только брать, отдавать будет минимум. В России заложенный денежный выигрыш должен быть не ниже 90% в пользу играющего. Однако большинство владельцев игровых залов стараются запрограммировать автоматы максимум на 20%. А в некоторых фирмах-однодневках вероятность выигрыша на автоматах вообще сведена к нулю. И тогда игрок остается с носом. Аппарат может прекращать свое функционирование в любой момент. Вот непредсказуемо. Вплоть до того, что пользователь выиграл, например, а аппарат выигрыш не дает. Или сумма сгорела. Да, или там сумма сгорела, еще что-то. Либо, может быть, вообще, то есть он играет, например, а должен появиться какой-то там бонус игра какая-либо, еще что-то, она не появляется. То есть, если когда в оригинальном программном продукте она уже должна была быть. Ну, то есть различные варианты могут быть. Вот, вызванные тем, что программное обеспечение написано неизвестно кем, неизвестно где, неизвестно когда. Психологи даже составили портрет азартного игромана. Он невезучий авантюрист, неудачлив в семейной жизни, недоволен своим профессиональным и социальным статусом. Причем этой болезни подвержены не только те, у кого достаточно денег. Пожилые люди тоже нередкие гости в залах игровых автоматов. Бывает, оставляют там всю свою пенсию. Многие люди, к сожалению, верят во что? В то, что можно прийти в казино и, в кавычках, победить казино. И второе, что они какие-то особые, отличаются от других, и им вот обязательно повезет. Вот сочетание вот этих двух факторов и полная убежденность внутренняя, что вот он такой везунчик, вот это, конечно, больше всего людей толкает в казино, именно в игру. Тульская область, поселок Пятая Пятилетка. Игровые клубы здесь весьма популярны. В одном из таких мест студент Павел Савушкин проиграл в автоматы свою жизнь. Вот в этом здании ранее располагался игровой клуб. После вот совершенного преступления здесь игровой клуб закрыли. Фактически молодежи здесь особенно сходить некуда. Ну, это из протоколов допроса следует, ну и из запросов тех лиц, которые здесь проживают. Молодежь в основном собиралась в вечернее время, вместе общались здесь, проигрывали деньги. Но в тот день Савушкину особенно не везло. Автомат, кажется, упрямо играл против него, а сумма проигрыша увеличивалась с каждым часом. Задолжал Савушкин некий, задолжал определенную сумму, где-то порядка тоже 400 тысяч, ну, на момент следствия у нас точная сумма была неизвестна, тоже за игру в игровых автоматах. Ну, с долгами надо было рассчитываться, он уже занимал у других людей, задолжал им. Баба Маня. Так привычно Савушкин будет называть на допросах 82-летнюю тетку матери. То, что у Марии Митяевой могут быть деньги, Павел знал наверняка. Похоронная. Сюда, в квартиру пенсионерки, он заявился около полуночи и предложил старушке съездить в гости к родственникам. В квартире у нее в это время оказалась еще внучка, родная внучка. И когда он предложил бабушке, поедем в другое место, там прокатимся,
Она отказывалась и сказала тогда, если я поеду, только с внучкой, давай внучку возьмем с собой. Вот. Внучке, насколько я помню, по-моему, 16 лет было. Вот он взял внучку, тоже посадил в машину, поехали они. Выехав за город, Савушкин внезапно остановил машину. Женщинам объяснил, проколото колесо. Потому и попросил выйти из машины. Но едва пенсионерка ступила на землю, ей на голову обрушились удары молотком. Орудие убийства Савушкин заранее достал из багажника. Тело бабы Мани Савушкин присыпал снегом. Потом поехал вместе с этой внучкой и по пути говорит, ну ты все видела, теперь надо с тобой тоже заканчивать. Она просила его отпустить, он тоже говорит, свидетелей надо кончать. И все, и убил ее тоже. Почти месяц Мария Митяева и ее внучка числились в списках пропавших без вести. Савушкина обнаружили просто. По мобильному телефону погибшей девушки. Недальновидный убийца подарил его своей подруге. Ну, как он нам рассказывал, что он не хотел совершать убийство, он думал просто отвезти ее. Сначала, первоначально он говорил, чтобы увезти в другое место, вернуться в квартиру, взять деньги. Но, тем не менее, молоток он сразу прихватил. Уже у него план созрел с самого начала, чтобы совершить это убийство. Ну, а кроме того, когда увидел, что и внучка там была, то у него, в общем-то, возник умысел сразу на убийство и бабушки, и внучки. В живых он не собирался никого оставлять. 20-летний студент колледжа характеризовался весьма положительно. Из благополучной семьи, характер спокойный, успешно учился в школе. В поселке был на хорошем счету. После того, как он поступил в институт, его друзья начали замечать, что он регулярно начал посещать игровой клуб, где причем проигрывал, наверное, в тот момент еще незначительные суммы денег, но... Как по словам его знакомых, игра доставляла ему большое удовольствие. Однако удовольствие вскоре сменилось разочарованием от проигрышей и почти маниакальным желанием отыграться. Савушкин думал лишь об одном – где найти денег на очередную партию. Савушкин также в ходе следствия и в суде он признал себя виновным и пояснял о том, что... Поскольку он начал играть в игровых автоматах, появились сразу долги. Долги отдавали родители, потом он уже начал скрывать от родителей то, что он должен определенные суммы денег. На суде Савушкин расскажет, как после убийства женщин вытащил из кармана бабы Мани ключи от дома, как искал в квартире деньги. Он не сумеет скрыть разочарование, что нашел у старушки всего лишь 12 тысяч рублей. А ведь он был уверен, что бережливая пенсионерка накопила никак не меньше 1400. Согласно решению суда, бывший студент-игроман Павел Савушкин выйдет на свободу через 17 лет. Савушкин-то в конечном счете он и виноват в совершенном преступлении. Но на эту проблему необходимо, наверное, глубже все-таки смотреть. Человек молодой, еще психика у него не окрепшая, естественно... Никакой социальной направленности эти игровые клубы здесь абсолютно не несут. У людей формируется такое мнение, что деньги можно заработать, в принципе, не играя только в игровые автоматы, и незачем, в принципе, ходить на завод и крутить какие-то гайки. Когда-то игровой автомат включался рычагом. Отсюда и название – «Однорукий бандит». Теперь они пускаются кнопкой, снабжены электронными интерфейсами. Но суть от этого не изменилась. Известно, что администрация игрового зала ежедневно не раз перепрограммирует автомат, в зависимости от того, как складывается день. Цель – остаться в выигрыше. Никто, кроме владельца зала, не знает истинного соотношения между выплатами по выигрышам и поступлениями. Хозяин игрового зала в Саранске тоже знал, как запрограммированы его автоматы. Это и помогло вычислить мошенников, которые настроили одноруких бандитов на беспроигрышную игру. Где аферисты купили микросхему, следствие не установило. Однако кто привез ее в Саранск, известно наверняка. Некто Ембаев, в отношении которого уголовное преследование было прекращено на стадии предварительного следствия за его смертью. Сразу хочу оговориться, что... Смерть у него наступила в результате суицида, и причиной суицида были его долги, которые образовались в результате его
игры на автоматах. Он, зная таких же любителей поиграть, некто Наумова и Федаева, обратился к ним с предложением, что у него есть, как на их сленге называется, прошитый схем, который позволяет совершать хищение с игровых автоматов, в частности, получать незаконные выигрыши. Мошенники всегда действовали по одной и той же схеме. В игровой клуб заходили несколько человек. Одни отвлекали охрану, другие оставались снаружи. Автомат вскрывали и при помощи специального разъема легко вставляли вместо родной микросхемы свою с перешитой игрой. Игра присутствовала в виде программы, зашитой на микросхему. Памяти, микросхема памяти вставлялась в специальный разъем. Эти люди, что они додумались? Они доработали данную программу под себя. Меняли эту микросхему при сговоре с работниками данных игровых клубов. И затем из этих, эти игровые автоматы становились, скажем так, автоматами с изюминкой. То есть люди, знающие люди, они являлись этими знающими людьми, могли, нажав определенную комбинацию клавиш, сделать себе выигрыш. Естественно, мошенникам фантастически везло. Они никогда не уходили без выигрыша. Секрет прост. Для получения денег нужно было нажать всего лишь несколько клавиш. На каждую сумму своя комбинация. Вот как в компьютере стрел Alt-Del нажимаешь, там что-то происходит, да? Вот то же самое. То есть какие-то кнопки там нажмешь, 3-4 кнопки одновременно нужно было нажать, и сразу валился выигрыш. Так что сумма выигрыша всегда была под контролем мошенников. Сначала они себя не ограничивали. С автомата снимали 30 000. Однако быстро поняли, крупные выигрыши рано или поздно привлекут внимание. И снизили свои аппетиты до 5 000. Администраторы игровых залов без проблем выдавали деньги. Все потому, что мошенники брали их в долю. Они знакомились с администраторами. В основном это не в основном, а как правило, это были девушки. В некоторых случаях для того, чтобы их преступная деятельность не была замечена, в сговор входил и охранник, который там находился. Девушки, пора недостигнутой договоренности, в ночное время. Все эпизоды, сразу повторюсь, были совершены в ночное время. Зная, что никого в зале из посторонних нету, звонили кому-то из них, говорили, что зал свободен. Подсудимые приезжали, скрывали автомат, меняли родную плату на прошитую, снимали выигрыш. Мошенников подвела жадность. Хозяин одного из игровых залов, чей автомат проиграл 50 000, устроил проверку. На такой выигрыш его терминалы не были запрограммированы. Оказалось, что автомат кто-то выключал из сети, а затем переустанавливал плату. С поличным во время получения очередного выигрыша мошенники были задержаны. Оригинальность в том, что именно была построена вот целая сеть данных, скажем так, дойных коров. Вот в этом, я считаю, оригинальность существует. Что люди именно не разово воспользовались этим вопросом, а планировали себе долговременное доходное место. Летом 2007 года жителей Тулы потрясла новость о жестоком убийстве. В квартире на улице Фучика были обнаружены тела двух женщин и маленькой девочки. На стене надпись, которую оставил неизвестный преступник. «Верни долги, иначе с тобой произойдет то же самое». Изуродованные тела обнаружила Татьяна Строганова, дочь хозяйки квартиры. Несколько дней она пыталась дозвониться до родственника, но телефон упорно молчал. В квартиру к матери обеспокоенная Татьяна приехала сама. От увиденной картины едва не потеряла сознание. Тело Галины Шутовой лежало в коридоре. В одной из комнат Татьяна нашла мертвую невестку. На диване – двухлетнюю племянницу. Уже через неделю убийца рассказывал следователям о событиях того дня. Ну, я там просил деньги, там все вот это. У нее деньги просили? Да. А она вам отказала? Ну, да. Это Николай Подтягин, муж убитой Ольги. Отец Лизы, сын 50-летней Галины Шутовой. Вычислить его не составило особого труда. Входная дверь была заперта снаружи на ключ. Из квартиры ничего не пропало. Значит, убийцей был кто-то из своих. Следы вели к 30-летнему Подтягину. А вскоре выяснился и мотив кровавого преступления. В свое время увлекся игрой.
в игровых автоматах. Сам он не скрывал того, что является игроманом. Возникли очень большие денежные проблемы. Практически по материалам дела установлено, что он был должен около 500 тысяч рублей. Это и кредитные банки, это и физические лица. Родственники Подтягина знали о его пагубном пристрастии. Но помочь Николаю были уже не в силах. Почти каждый день он проводил в игровом салоне, пытаясь отыграться. После очередного проигрыша приходил к матери за деньгами. Ну, его замечали знакомые несколько раз около игровых автоматов. Сначала не верили, а потом он просто сам признался где-то весной матери, что он играет, и что он очень уже низко уже падает, то что помоги, вот. И кредитов много, и, видать, игромания, видать, там с кем-то, может, связался, не знаю. В день убийства Подтягин тоже заходил в игровой клуб. А все это время вы где находились? После того, как из дома ушли? В проспекте Ленина. Где именно? Ну, там игровой клуб, это миллионный. Что там делали? Играл. Понятно. А деньги? Нет, деньги не были. Все, потом вот... И долго вы играли, Оля? Ну, около 12. Вы эти деньги проиграли? Нет, не проиграли. Наоборот, выиграл. Какая сумма была? Около 4000. Скорее всего, Подтягин все же проигрался. По-крупному. Иначе вряд ли в очередной раз он отправился бы к жене просить денег. Ну, вы объяснили, для чего вам деньги нужны? Нет, просто спрашивал, что денег. И какой суммы у нее спрашивали денег? Не знаю, не знаю, просто спросил денег. Но вы же выиграли в этот день деньги, зачем вам нужны были? Я знаю. Не, ну... Какую сумму спрашивали денег? Да и в том-то дело, я не знаю, даже не спрашивал, какую сумму. Просто сказал, что нужны деньги, там, так. Как выяснит следствие, Подтягин разговаривал с бывшей женой на повышенных тонах. Ольга категорически отказала дать ему денег. Он говорил, что она, у него много кредитов. Она брала ссуду также в Московском банке. 100 тысяч, даже больше. И оплачивала его кредиты. Но больше она просто не могла чисто по деньгам даже потянуть это. Потому что она же выплачивать еще кредит должна. Выведенный из себя отказом жены, Подтягин выскочил на лестницу. Там увидел кусок ржавой трубы. В ярости схватил его и бросился назад, в квартиру. Ольга уже готовилась ко сну. Обезумевший Подтягин несколько раз ударил ее по голове. Женщина рухнула на кровать. Подтягин понял, Ольга мертва. Вышел на кухню, сел. Начал сознавать, что сделал. Дочка, вы дочь проходили, спала? Потом думал, что сделать, что вообще. Потому что она проснется, не испугалась, что она все равно будет спрашивать, где мама, и что-то в этом роде. Вернулся в зал. Лиза спала на диване. Когда Подтягин вошел в комнату, девочка заворочилась во сне. Это был будто сигнал к действию. Подтягин мгновенно протянул руки к горлу дочери. А потом еще несколько минут сидел на кухне в мертвой тишине. Убийца прекрасно понимал, что станет главным подозреваемым, и решил пойти на хитрость. На месте происшествия пытался создать видимость того, что это те банковские работники, которые с него требуют там, за кредиты, за уплату кредитов. Он на стене выполнил там надпись, что содержание я сейчас дословно не помню. Но смысл был такой, что заплати долг, иначе с тобой будет то же самое, что вот с твоими родственниками, которые здесь в квартире лежат. Мы потом проводили экспертизу, установили, что это именно его почерк. А денег на игру по-прежнему не было. И тогда Подтягин решил просить их у матери. Позвонил ей на работу и категорично потребовал приехать. «Есть срочный серьезный разговор», – бросил он в трубку. Вскоре на пороге квартиры появилась ничего не подозревающая мать. Разговор был недолгим. Ну,
он спросил у него, он так-так попал, такое дело, нужны деньги, он сказал, что он денег нет, а может и так помогло, чем может. Но я сказал, что у меня так-так, получилось такое непоправимое, Ольги больше нет. Он сразу сообщил о том, что убил свою бывшую жену. Мать сказала, что ж ты наделал. Спросила, где внучка. Ну, внучка, говорит, умерла спокойно во сне. Я ее задушил спящей. Мать схватила телефон, хотела позвонить в милицию. Когда женщина отвернулась, он нанес ей сильнейший удар той же ржавой трубой. Расправившись с матерью, он снял с себя окровавленную одежду и вместе с орудием убийства положил ее в пакет, а потом избавился от улик. Мы сумели убедить коллегию присяжных заседателей, что действительно это страшное преступление было совершено именно Подтягиным. Вердикт коллегии присяжных заседателей был озвучен, и все 12 заседателей признали Подтягина виновным, причем без снисхождения. После тройного убийства Подтягину удалось отыскать в квартире всего 1000 рублей. Убийца бросил на кон жизнь матери, дочери и жены. Но игра так и не состоялась. Остаток дней он проведет за решеткой. Игровые клубы маскируются под разные заведения с невинными вывесками. Или вовсе без них. Кто бы мог подумать, что за этой неприметной дверью бушуют нешуточные страсти. Здесь царство азарта. Вот есть ссылки, да, в которые вроде как можно дальше пройти. Но на самом деле ни одна из ссылок дальше не пускается. И самого браузера не видно. То есть браузер появляется только на момент перегружения. Одна единственная программа, это на базе Windows стоит. Трувекус какая-то стоит программа, которая и браузер выполняет роль, и все остальное. То есть интернет здесь постольку поскольку. В игру сейчас выйдем, в игру, да. Ну, любые варианты. Вот это все, вот это варианты игры. Вот это все. На первый взгляд, все вполне законно и даже обыденно. Компьютер как компьютер. За исключением небольших деталей, назначение которых не требует расшифровки. Вы видите, они, я думаю, что даже приспособлены, уже модернизированы под именно осуществление азартных игр. То есть есть вот специальные клавиши, платеж, выход, выбор, старт, которые, я так понимаю, что к самой работе компьютера никакого отношения не имеет. Есть карт-приемник, посредством которого человек как бы входит в игру. Им дают смарт-карты в некоторых игровых клубах, на которые уже есть номер счета в электронном, номер электронного кошелька в WebMoney. Вставляют сюда, как бы деньги падают на счет, он играет. По сути, это тот же системный блок компьютера, только именно, скажем так, сделанный, заточенный под осуществление азартных игр. Игроманы собираются здесь ежедневно, чтобы просадить в игре огромные по местным меркам суммы. Правда, теперь уже через интернет. Он подключен через телефонную сеть, подключен к интернету. И сами вот эти сайты, игровые сайты, они уже находятся на площадках, расположенных в других государствах, причем в таких далеких государствах, офшорных зонах. Вот. И люди, приходя, также играют, также проигрывают деньги, также себе зарабатывают различного рода неприятности, вот, также страдают. Все то же самое. Только сейчас уже эти организаторы прикрываются тем, что они именно не организуют игровой бизнес, а представляют населению услуги сети интернет. Владелец этих заведений – некая фирма, расположенная за границами Мордовии, в Саратове. Так называемые интернет-услуги, в том числе и на игровые сайты, она предоставляла почти в 25 регионах России. На первый взгляд, фирма вполне законопослушна. Однако при проверке законности установки так называемых интернет-терминалов выяснилось, фактически, покупая интернет-трафик, саратовская фирма незаконно перепродает его, то есть без лицензии использует так называемые сооружения связи. И налоги такие интернет-салоны отчисляют лишь за легально предоставленные услуги, то есть за пользование сетью. Тем более, что если в Мордовии официально нет игорного бизнеса, то и налоги на него в местный бюджет взиматься не будут.
Но где в таком случае саратовская фирма платит налог за игровые автоматы? И платит ли вообще, точно неизвестно. Они эти услуги по другим видам как бы преподносят. И, соответственно, платят те налоги традиционные или там значит, на упрощенной системе, но уже там, где стоит их головной офис. У нас только на территории будет налог на доходы физических лиц, там местные налоги какие-то. Что это сейчас копейки? Возможно, что это и в других регионах оплачивается, но пока мы вот не можем с точностью об этом сказать. Можно лишь предположить, какие доходы получают за свои так называемые интернет-услуги владельцы этих салонов. Если раньше с каждого игрового автомата здесь взималась определенная сумма налога, то сейчас автоматов как таковых нет. А прибыль с нелегального, по сути, бизнеса отследить просто невозможно. Деньги ходят через кучу счетов, да? Туда, на самом деле, то есть, как сказать... Держателям тех сайтов платится какой-то процент. Вот. А основная масса оседает, естественно, здесь, у организаторов данного бизнеса. Эти залы не сразу заметишь среди ярких вывесок саранских магазинов. Им не нужна реклама. Игроманы знают эти адреса наизусть. Сюда каждый день их влечет жажда выигрыша. А правоохранительные органы не могут закрыть эти заведения. Если бы они были противозаконны, они были бы закрыты. А здесь ситуация другая получается. Они маскируются под лекальный бизнес. Но в то же время это всего лишь маскировка. Основная идея этих заведений – это осуществление игорного бизнеса. Зал игровых автоматов. Народное казино. Таких много по всей России. Клиенты рискуют здесь своим кошельком, а сотрудники – здоровьем, а часто и самой жизнью. Причина все та же – деньги. Каждое такое заведение к концу игрового дня держит в кассе по нескольку сот тысяч рублей выручки. Охраняет это богатство пара сотрудников частного охранного предприятия. При таком раскладе до беды рукой подать. Как правило, все развивается по одному и тому же сценарию. Камера видеонаблюдения фиксирует, как в зал заходят вооруженные люди в масках. Подмосковный салон. Время 5 часов утра. Вот девушка в баре почувствовала неладное. Она пытается спрятаться, но ее заметили. Первым достается клиенту. Пока один бандит добивает мужчину, другой, угрожая пистолетом, требует деньги. Девушка достает их из-под стойки бара. Она парализована страхом. Для каждого из потерпевших эти секунды длятся бесконечно долго. В расположенном рядом игровом зале редкие посетители упорно пытаются поймать птицу удачи. Как вдруг раздается истошный крик «Всем лежать!» и вооруженный преступник начинает шарить по карманам. Его подельники обследуют помещение за помещением. Избивают всех мужчин без разбору. Видимо, чтобы исключить любое сопротивление. Все налетчики в тяжелых бутсах с кастетами и при оружии. Позже в отделении травматологии окажутся и завсегдатаи этого зала, и его работники. Со множественными переломами, сотрясением мозга и ушибами. ...2009 год. Белгород. Жильцы этого дома жили как на вулкане. С тех пор, как вместо магазинчика под ними обосновалась так называемая интернет-кафе. А на самом деле игровой клуб. По словам обитателей дома, их жизнь превратилась в настоящий ад. Из вентиляции постоянно шел сигаретный дым, а громкая музыка сутки напролет просто сводила с ума. Мы приезжали, выгружали эти компьютеры. Через день завозились новые. Какое доказательство надо, что это игровой, по сути, салон? Или виртуальное казино, как хотите, так и называйте. Ну, деньги там реальные купятся. Чтобы узнать о криминальных новостях в городе, жильцам не надо было читать газеты или смотреть телевизор. 24 часа в сутки. Здесь под окнами шли разборки, драки, шум, звучала нецензурная брань. А потом приезжали милицейские опергруппы и машины скорой. Длится это уже с августа месяца. Почему-то нам пытаются власти доказать, что это... как бы
наверное, обычный интернет-кафе, как, где люди обучаются или что. Но мы же видим, считают деньги, из-за денег здесь драки бывают. Уже разбивали окно. Одного визита оперативников и санитарных служб было достаточно, чтобы понять, здесь никто и не думал заниматься самообразованием или путешествовать по интернету. Здесь шла самая обыкновенная игра на деньги. А как вы здесь играете? На каких условиях? На каких? Да. Пришел, денег проиграл, хоть попил и домой. А много проигрываете? Да нет, не особо. Ну, за вечер сколько? По-разному. По-разному? Ну, примерно. Ну, 1000 рублей проигрываете? А больше проигрывали? Больше проигрывали. А самое большее сколько проигрывали? 20 тысяч. 20 тысяч за вечер? По-быстрому выкинуть деньги в надежде на выигрыш и уйти ни с чем. Игроки мало задумывались, что находиться в такого рода салонах небезопасно для здоровья. Вместе с прочими санитарными нарушениями здесь было обнаружено несоответствие нормам по электромагнитному излучению. Посетители получали мощнейший удар по нервной и сердечно-сосудистой системам. Кое-что ясно, в общем-то. Ну, можно сказать, что в норме или не в норме? Нет, не в норме, можно сказать, что электромагнитные поля здесь не в норме. Почти все такие проверки заканчивались изъятием компьютеров. Однако уже через несколько часов на их месте появлялись новые. По неофициальным данным, суточная прибыль одного такого салона превышает 500 000 рублей. Каков выигрыш клиентов, судить сложно. Чем крупнее заведение, тем у него меньше нарушений. Это как бы однозначно. То есть чем мельче оно, тем все-таки гарантия, что вы, во-первых, выиграете и получите свои деньги, становится минимальной. То есть нет гарантии того, что придя к нему завтра за выигрышем, вы его получите. То есть такие гарантии вам в каком-нибудь там подпольном заведении никто не даст. С 1 июля 2009 года все игорные заведения в России должны прекратить свою работу и переехать в 4 специальные зоны в Приморском и Алтайском краях, в Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Иметь бизнес в этой сфере – это социально плохо. Да? То есть мы считаем, что это такой нехороший в социальном плане бизнес. Поэтому мы убираем этот бизнес из России и выводим в специальные зоны. Проблема в том, что спустя 2 года после принятого решения в этих резервациях не то, что не построено ни одного казино, а полностью отсутствует какая-либо инфраструктура. По некоторой информации, московские сети, которые собирались осваивать отведенные зоны, приняли решение о закрытии там своих заведений и планируют открыть свой бизнес за рубежом – в Америке, Азии, Европе и СНГ. Зоны – это бред вообще полнейший. Они никогда не будут они работать, поверьте мне. Мне проще, знаете, вот если бы я играл сам в казино, вот, например, смысл мне ехать в Краснодарский край, вот, если я могу в Минск сейчас долететь, 700 километров, там за сколько, за $150, вот, поселиться в нормальной гостинице, в казино, там все цивильно, это город, столица, понимаете, а смысл мне в какую-то там деревню ехать. Кто-то уже проходил этот путь. В 40-е и 50-е годы прошлого века в США игорный бизнес легально существовал только в штате Невада. Но во всех крупных городах работали подпольные заведения, которые контролировались мафией. Сегодня в США азартные игры разрешены в 38 штатах. Когда речь идет об обороте очень крупных сумм денег, о защите общественной морали стыдливо молчат. После того, как Сергей в ярости чуть не убил отца, он впал в депрессию. Он рассказал родителям о своем непреодолимом желании любыми способами достать денег. А когда денег нет, о готовности наложить на себя руки. Он стал бояться ездить в метро. Его тянет сделать шаг под стремительно летящий поезд. Он боится переходить дорогу, чтобы не броситься под автомобиль. А следом наступает отупение, опустошение и ужас от осознания того, что без игры, как без дозы наркотиков. Когда он нам об этом рассказал, мы поняли, он серьезно болен. Отвели его к врачу. Тогда и узнали, что это самая настоящая зависимость. Ее нужно лечить. Правда, если пациент осознает необходимость лечения.
Сергей проходит курс реабилитации. Врачи говорят, у него неплохие шансы выздороветь. О своей прежней жизни вспоминает, как о кошмаре. Ну, игра как бы доводит до того, что орешь сначала, чтобы я пошел закладывать кольца там. Да никогда такого не будет. А через неделю бежишь в ломбард, узнаешь, почем принимать грамм золота. Я чуть с ума не сошел. Специалисты считают игроманию неизлечимой болезнью. Ремиссия – период, когда человек независим от игры, как правило, наступает лишь на неопределенное время. Воздержание может длиться всю жизнь, но никто не даст гарантии, что человек не сорвется через месяц или через год. В любой момент может наступить декомпенсация, и человек снова окажется в игорном заведении. Или там у автомата, или у стола игорного. Но здесь еще один момент, о котором забывают игроки, которые перестали играть. Дело в том, что временами возникает абсолютно ложная внутренняя убежденность, если хотите, даже эта убежденность, она близка к бреду, то есть не поддается критике, что он обязательно сегодня или завтра вот возьмет и выиграет. Что обязательно это случится. Игорный бизнес в России есть. Он не может быть массовым, иначе примет уродливую форму шельмоватых одноруких бандитов. Азартные игры будут всегда, невзирая на кризисы и запреты. Пока в стране много состоятельных людей, они захотят поддерживать свой имидж и принятый в их среде статус-кво. Проблема не в казино, а в их цивилизованном существовании. По данным неофициального исследования, 80% представителей игорного бизнеса не собираются уезжать с насиженных мест, а третий из них все равно, легально они будут работать или нет. С уходом в подполье просто изменятся правила игры с государством. Вновь забьет ключом черный нал, а казна лишится солидной части налогов.